Вместе давай, а то сейчас она светит. Тут сидят, это лица, да? Проверяют. На кон маска, блядь. Так мне кажется, знаешь что, что когда ты вот посередине, она узит лицо, а когда мы вдвоем по бокам, то она ширит, блядь, обоим лицо. Ну, написала, могу во вторник 25-го, когда, знаешь, меня уже не будет нигде в этой жизни. Ну, скажи, это, давай, поменяйся кого-то. Кстати, Кристина, короче, хотела отрезать челку. Ну, вы понимаете, да? Да. Ну, слава богу, вовремя одумалась. Да. Привет из Казахстана, привет из Самары. Мы сидим, ждем сына, который ушел у нас на тренировку. Надо, кстати, сказать Жене, чтобы он, я сейчас напишу Жене, чтобы он его отправил еще погреться. Мы, кстати, можем его отправить в детскую комнату. Гриша, слушай, меня попросили твой номер телефона девушки, но я не дала. Гриша зашел? Да. Да мой друг, это за которым я училась в 11-й гимназии еще. А, ну это я уже не знаю. Мне Крис дала платье шикарное, сейчас покажу вам вот с этой стороны. Так, Женя. Я в него влезла, как ни странно. Сейчас хочу себе такое же заказать. Спасибо. Да за что спасибо? Че там, Зай? Ой, удачной тебе операции, Зай. Это всегда серьезно. Ну, видишь, летает. Нельзя, блядь, по бокам ходить, это опасно. Ну да, это посерединке. А, люди спрашивают, что сейчас надо выдвать. Да, мы на лобном с Кристиной. Сейчас мы обсудим, собственно говоря, кого выгоняем. Ой, Слебеж что-то вообще, не знаю. Я посмотрела. Помирились, а мы ругались? У нас в семье, значит, Кристина Скорпион. Вы все знаете, да? Ты как муж мой говоришь, да. Сразу меня рекламируешь. Привет. Привет, Кристина Скорпион. Поэтому, что я могу сказать? С ней нужно либо молчать, либо... Либо дружить. Либо дружить. Либо молча дружить. Да, либо молча дружить, собственно говоря. Иначе все, вариантов нет. Маша, ты вернулась? Она думала, ну как она вернулась, если она в Самаре сидит? Ну, ёпта, студай, ну голову включить. Я по знаку зодиака весы, собственно говоря. Зе-зе. Что, сложно написать знаку зодиака? Зе-зе надо писать? Да. Мы такие все в белом, кстати, с тобой сидим. Да, кстати. Ну, я частично. Вот сиська, блин, облокотилась, и сразу сиська. Я тоже так хотела. Ты видишь, да? Чтобы облокотилась и сиська. Молодец, Маша. А, на доме 2 мне что-то надоело все. Знаете, сидит чувак, выбирает себе... еще очередных каких-то баб. Мне так это все надоело. И когда мне спросили мнение, я спросила, а вы уверены, что вы хотите услышать мнение, которое я скажу? И они такие, да, мы уверены. Ну все, я все, собственно, и сказала, что я думала по поводу Безоса. Кстати, я выложила пост. Можете его пролайкать. Я буду рада, если вы согласны с моим мнением. На самом-то деле. Мне не просто подстричь, мне нахрен убрать надо. Вот, вот так вот. Видите, я так намного красивее. А вот когда она падает у меня на глаза, то я, конечно, мучаюсь. Вот. Потому что так лучше, блядь. Кристина, ты даже таким тоном говоришь, что сразу все холодеет. Непонятно. Потому что так лучше. И все. Я боялась показаться без маски, я бы не выходила в люди тогда вообще. Я одела платье Кристины. Сейчас я его... Ну просто она-то, конечно, худее. Килограмм на 30. А, Кристина, куда ты спряталась? Можно узнать сразу? Когда я говорю, я иду пока с платья, ты типа слилась. Смотри, а, у тебя жирная, да? Тогда мне тогда вообще сейчас что делать? Кристина, вот скажи. Она прижалась просто. Крис очень красивый, да, вот. Я делаю платье. Вот ты видишь, да? Ситуацию. Блин, мне ничего не вылетело. Но мне она понравилась. Здесь затягивать можно. В нем можно поесть. И оно растянется. Короче, наш вариант. О, я смотрю, увидела. Че? В телеграме своего бывшего. О, какой красавчик. Да. Денег только не зарабатывал, поэтому пошел в жопу. А, реально? Слушай, он прикольный. Он так и не зарабатывает.
Я не знаю, что он. Давай просто покажем. Просто я увидела. Бывшего покажем сейчас. Подождите, стойте. Он просто в этом. Он будет с маской, но ничего. Он сейчас с маской, у него ресницы. Смотри, народ сразу, народу интересно. А там его ник, прикинь, сейчас пропиарили чувака чисто бесплатно. Так, вот. Достаточно. Enough. Да, Кристина готовит постоянно. Моя мама просто приезжает и, в принципе, тоже готовит. Это нормально. Кристи, рад нашим... Нет, я думаю, она не рада. Она вынуждена терпеть вообще наше нахождение. Сука. Ну, в смысле? Ну, что ты пиздишь? Да, Кристина, ты ж рада. Я правда, и вот такое лицо просто как будто... Все. Муж мой знает, что я с таким лицом родилась просто. Маша вообще сказала, когда услышала, как я разговариваю с Сережей, как я общаюсь со своим старшим Сережей, говорит, всю семью, блядь, держишь в страхе. Ну, это правда. Крис что-нибудь говорит, и вместо этого у меня все холодеет. И я такая, все, вот как ты скажешь, Занька, так и будет. Раньше я с ней пыталась спорить, вот раньше. Значит, если такая, я что-нибудь скажу, и потом на полгода вот это затягивается, весь конфликт, и я уже в итоге все равно прихожу с поклонами и говорю, Кристин, прости, пожалуйста, я не права, похер, что я права вообще, пофиг. Что ты говоришь? Да, вот, извини, права? Нет, я не права, Кристин. Может, ты развелась? Извините, а с кем? Вот, у меня вот один вопрос, с кем именно? Я со своим бывшим мужем развелась официально, когда... Давно уже. Смотрите, как я накрасилась сама. Я тебе ролик своему шкалился сама. Красиво? Нет, накрасила глаза сама. Ну, очень красиво. Короче, они не хотят со мной общаться. Общайся с Кристиной. Подожди, покажи. Кому? Покажи. Вот мне вот эта рука очень нравится. Я сейчас у Кристины узнавала, где это все взять. Понимаете, да? Вот в Европе все. Можно купить. Там приходишь вот в бутик и вот эту всю времени. Красоту. А я за Игорем не была замужем, дорогие друзья. Извините, пожалуйста, простите, но я не была за ним замужем. Не успела. Он раньше ушел, покинул. Блин, почему у тебя такая мутная камера? Я не понимаю. Потому что у меня не 14-й. Потому что надо стекло, блядь, переклеить. А, наверное, надо снимать... А, вот! Магия. Магия. Надо же, блядь. Можно не покупать новый телефон. Да? Смотри, как всё чётко. Не, но новый надо все равно. Не надо, 14-й, он говёный. Да? У него камера прыгает, когда снимаешь, вот просто видео так вот. Прыгает, и да? Ты приближаешь, он так... Я тебе покажу, у меня есть видео. А кто дома сидит? Ку-ку сидит дома. Кто? Про кого речь? Кто я, сидит? Наверное. Я сижу... Ой, Beauty Friends, моя красавица. Любимая моя девочка. У нас все шикарно. Слушай, как четко показываете. То есть до этого все время выходил с грязным телефоном, что ли? Игорь бросил. Смотри просто, весь мой загар. Смотри. Я не знаю. Назначаем главный часов. Ребят, если бы я знала, почему. Я собиралась... Игорь совершил самую большую ошибку в своей жизни и теперь вот ревет в подушку каждую божью ночь. Конечно. Не знает, на какой кривой кобыле теперь к Марии подъехать, но уже поздно. Угу. Так. Весна зависла. А, нормально, видишь, слетает, да. Ничего страшного. Тут все равно настолько в квадратике, что похуй. Все, с нами только всем лишь поздоровались. Ты видишь, как это выглядит? Как вот мы думаем, что нас видят, а как нас видят на самом деле. Это ужасно. Что делать? Надо удалить. А, нормально, видишь, слетает, ничего страшного. А я думала, мы красивые. Смотрите, видишь, нормально, привет, как дела? Надо было Wi-Fi подключить здесь, местный, наверное. А у меня вот Wi-Fi, кстати, еще с Wi-Fi. Так у тебя-то с Wi-Fi, а у меня-то нет. Мы не вводили пароль, не знаю, как он. Ну, никто не увидел. Как мама? Мама хорошо. Мама замечательная. Блин, тут, наверное, еще эхом им прям динамик. Прикинь, да, так ничего, так мы поставили. Слушайте, вот так вот Кристина поставила два телефона и говорит, ну ничего, так эхо, да, еще в эфире параллельно. Слетает. Вы говорите, супер, мы очень рады, но ничего не ловит. Недостоин нашей Машуни. Тут такие бабы на каблуках приходят. Сразу видно, мужиков ищут, мне кажется. Да нет, они с работы просто едут. А, что за чудо света? Где? Кристине повезло иметь себя как родственницу. Это правда. Она, не, ну, она это пытается осознать спустя 10 лет. У меня лицо вот со стороны, кстати, видно. Да, шикарное у тебя лицо. Просто роскошное. Моя любовь.
Я хочу что забирать? Все, я пошла сына забирать, да. А, все, ты ушла? Да, мне написали забирай. А я куда? А ты здесь сиди. Я буду твой чай пить. Все. Так, все, Крис ушла. Одна звезда в эфире. Вот. Она пошла за сыночком. Сейчас она его заберет, приведет. И мы поедем домой есть шарлотку. Друзья, ну почему вот я выложила видео с Дома 2, где я высказала мнение, и никто из вас меня не полайкал. Мне так обидно, если честно. Что у меня с прической? Ну ладно, пофиг. Как платье мне, честно, скажите? А, еще шлепки Кристина забрала. Вот. Я, ну что, так нога морщит? Ну ладно, пофиг. Что с девушкой? Это чей бывший был? А, Кристинин бывший. Мало платье. Эмка? Не, не мало вроде. Нет? Вам виднее, короче. Нет, давайте решим. Просто я решила это платье купить себе. Такое же. Если вы скажете, что нет, то нет. Значит, смотрите. Вот. Да что такое? Вот, ну, не стоит телефон. Вот. Берем, нет? Я не наглаживаю, чтобы не слетело. Я чтобы не слетело. С меня. Вы поняли, нет? Я боюсь, что оно слетит, поэтому подтягиваю. Просто если у меня слетит оно в эфире и оголится что-то, у меня сразу забанят меня. Вот и все. Ну, короче, значит, не буду тогда покупать. Я думала купить. Не берем, так не берем. Еще челку убираем нафиг, да? Тренер, как я его показала, сбежал вообще. Прям сбежал отсюда, его ветром сдуло. Видите? А, вы здесь не видите. Ой, Наночка, привет! Я снова на Доме 2, да, я вернулась. Я буду там ведущей, приглашенным экспертом и иногда ведущей. Как-то так. Где все, я не понимаю. Гриша влюблен, я тоже так думаю. 14-й про Макс у Кристины. Я стрёмная. Ну, бывает. Чё? А что ты тогда вот делаешь в моем эфире? Я просто не понимаю, если я для тебя стрёмная, какая-то не такая. Чё, зачем заходить? Макс, стрёмная. Добрый вечер всем. Мои хорошие. У меня винир отлетел. Эти страдают. Кстати, все сказали, когда увидели на Доме 2, что будут смотреть теперь Дом 2. Просто, знаете, в чем вся суть? Я говорю вообще то, что думаю. Мне не важно, что скажут мне в ухо. Я всегда скажу то, что я считаю нужным сказать. В этом, за это меня любят зрители и вы. Ну, все вы, подписчики, зрители, за то, что я всегда говорю то, что я чувствую, а не то, что нужно сказать в угоду кому-то. Мне вообще, мне, грубо говоря, плевать. Я по правде всегда живу.
Никто никого не уволит. Вот знаете, зрители тоже не дураки. Им что думаете? Приятно, когда, грубо говоря, их наебывают? Они же чувствуют, зрители, вообще, что происходит. Просто нет человека, который бы сказал свое мнение жестко, по факту. Потому что, например, там кто-то боится, кто-то еще что-то. А я всегда говорю то, что думаю. Я сказала Безусу по факту. Вот. Барзика пошел с дома два. Я не понимаю, где Кристина с ребенком. Приморский край, привет. Нет, что-то мутно все равно, по-моему, камера мутная. Нет, или у меня глючит уже? Посмотрите пост, где я сказала про Безуса. Если вам это близко, то, пожалуйста, там поставьте комментарий. Мама готовит еду. Веснушечка, привет. Сына! Иди поздоровайся быстро. Скажи, как тренировка? Хорошо. Ты скучал по мне, сын? Маша, целуй быстро. Да, у меня сегодня две бани было. Две? Маша, целуй. Я не боюсь, я поцеловала, ты меня, сын. Ты мой сынок. А что за майка у тебя, котенок? Смотрите, какой красивый у меня сын. Сын красивый? Скажи всем привет, я вас люблю, скажи. А спой песню. Там, где прошла ты, там упала звезда. Сейчас не хочу. Это, представляете, он наизусть знает эту песню. Вот. Жаль, что шоколадки нет. Желтый, синий цвет. Такая вкуснятина. Как называется, Зай, шоколадка? Ну, я не знаю, она такая вкуснятина вообще. А начинка какая? Да, начинка молоко. Молоко? Да ты моя такая любовь. Такая вкуснятина. Моя ты любовь. Тебе нравится на мне платье, Сереж, честно скажи? Мне идет или нет? Идет. Или не очень? Идет. Ну, хорошо. Ну хорошо, ты моя любовь, ты моя любовь. Как ты потренировался? Ты что такой мокрый, сын? Ты что такой мокрый? Я же в бассейне плавал. А потом в бане? Ну, две бани было. Да, ты моя любовь. Там два задания, потом в баню. И опять два задания и в баню. И уже домой. Ой, слушайте, честно, я видела, как Лебедж плачет из-за Вани. Или не из-за Вани, но я честно была в шоке. Потому что, ну если она его любит уже столько лет, 10, плюс она сказала, что у нее там, к сожалению, она потеряла от него ребенка. Ну, короче, это все жестко, но получается, что она не отпустила, и это тоже печально. Я думаю, да, она его любит до сих пор. Я диван подвижу. Это же ужасно. Это же ужасно любить мужчину и знать, что... нет, и тебя типа греет даже то, что он с другой, но рядом. Это... Она очень хорошая. Она очень хорошая, Либерж. Жаль, что так все в жизни бывает, когда ты любишь безответно, да? Сына. Чего? Ты моя любовь. Я диван двигаю. Ты моя любовь. А можете диван двинуть вот так? Я могу диван с вами двинуть. Не надо, сын. Тебе тяжело, сын. Мне не тяжело. Что у тебя в портфеле, покажи. В каком? Твоем. Да, одежда плавательная. Одежда, да. Сережа красавчик. Ему нельзя. Сын, куда ты пошел? Я за столом.
Я 68 килограмм вешу. Сын, ты где? Сережа, мама где? Мама где? Мама где? Мама где? Не поняла. Садись рядом. Ты чай будешь, сын? Нет. Я больше не буду есть. Знаете, здесь майдан такой вкусный. Что? Там майдан такой вкусный. Такой вкусный. Майдан твой. Сынок. Тише, сынок. Сын, нас сейчас выгонят отсюда. Я тебе серьезно говорю, выгонят, а куда идти, не знаю. Мама, он туда пошла. Мама, все. Она, похоже, в спортзал пошла. В спортзал пошла? Да. А нас что, оставила, что ли? Значит, тише, потому что тут сидят люди и отдыхают после тренировок. Ты можешь все делать только тихо. Тихо. Тихо все делай, сын. Есть какие-то люди, которые не тренируются пока. Че? Че ты говоришь? Есть люди, которые тренировки не ходят. Какие? Ой, я Тиграна, слава богу, не видела, ребят. Мне повезло, что я его не видела. О нем ничего хорошего сказать не могу. О, Любочка, привет, моя красавица любимая. Давайте мы Дэнс возьмем. Сын, тебе нельзя. Он вкусный очень. Тебе нельзя. Можно? Нет. Можно. Маму надо спросить. Ну, там майдан такой вкусный, офигенный. Мама офигенная. Моя Любовь Прохорова, Любовь. Я у нее заказываю все время свечки на деньги. Она мне так помогает, если честно. Они так работают. Ты делала, кстати, новые? Какого числа я тебя просила, Зай, забыла. Иди меня обними быстренько. Пошли. Покажи, как ты любишь меня. Давай. Пошли. Я сильно очень обнимаю. Сильно? Да. Нет, ты меня тогда раздавишь. Вы меня не спрашиваете, как похудеть, ребят. Вы посмотрите на меня. Чё? Ой, все наделаешь? Люба, спасибо. Я так жду каждый раз, когда ты мне сделаешь ее. Тише, тише, сын. Тише. Нет, не бьет. Мы тебя потеряли, дочь. Любовь моя. Мама, дай мне поедать. Мимбем дома. Не, вот это я так дорого, знала, что мы не будем покупать. Сереж, потому что дома целая коробка. Что, прикалываешься? Сколько? Иди в детскую комнату сходи. У тебя голова мокрая. Тебе не холодно здесь? Нет, пойдем, а ты заболеешь. Все, уходим, да? Да, надо идти. Все, дорогие друзья, мы выйдем вечером в эфир. Давай тебе так по щечку. Привет. Крис, привет. Да. Ой. Слышишь, я хотела только сказать... У меня мужа нет. Я должна была выйти замуж, но Игорь меня бросил. Я с ним жила год, но он меня бросил. Поэтому замуж я не выхожу. Потому что от отношений я, к сожалению, отхожу. Какая? Сына. Ты испугался, сын? Нет. Да ничего страшного. Это собака, которая стола. Ну ничего, блин. Ты мой сладкий, сладкий мой, испугался. Ты машину руками над столом, я тебе сегодня только говорила об этом, помнишь? Вот и все. Нет, Либерш вообще не пьет.
Это, знаете, миф. Вот каждому да, ставят какое-то, как сказать, над столом. Ничего клеймо над столом, на доме 2. Вот и все. Она вообще, мы сидели на Дере, Дмитренко там мне приносил 3 кувшина, а либерж в рот не взяла нет, ничего. Нет, сказала дома. Все, нет, не беси меня, нет. Почему? Тихо. Я вообще не, знаете, не сужусь, о, точнее, я не хочу судить о людях. Я считаю, что Диме нужно быть с Олей, это его жена. Я не понимаю, честно, что делают мужчины на проекте, у которых 2-3 детей, да даже один. Просто они должны обеспечивать своих детей, а не искать на, все, ну, на глазах у всей страны себе баб. Ну, мне эта позиция непонятна, мужская. Возьми свои деньги дома и купи. Для меня она непонятна. Дима там пытался меня подколоть, да, ну, как бы мне все равно. Я не в том статусе, не в том статусе, чтобы приходить к какие-то девочки и цепляться на проекте за любого мужчину, у которого там хоть 3, хоть 4 детей. Мне это не мой вариант, понимаете? Поэтому я могу сказать в глаза все, что я о них думаю, обо всех. А приходят девочки, понятно, зеленые, которые хотят там пробиться в этой жизни и на экране, они, знаете, будут там наготавливать, наасывать мужику. И им пофиг, по сути, что у них дома там дети, что Тигран там отсудил квартиру у сына. Вообще на все пофиг, лишь бы зацепиться на проекте и вообще в этой жизни. Я так не хочу. Я так не хочу жить. И я считаю, что проект он для тех, кто строит свою любовь, кто приходит свободным, а не тем, кто возвращается по 25 раз, и 25 раз стоит строить новые семьи просто. Там же непонятно. Они же приходят там, не знаю, ради зарплаты, а не ради настоящей искренней любви. Вот что страшно-то. То есть бабы-то, может, и ведутся, и думают, что они выйдут с проекта и с ними будут жить. Нет, нет, на проекте условия вакуумные. И одно дело, там приходит мальчик, которому 23, 25, 27, без семьи и реально влюбляется. А другое дело, когда, извините, приходит мужик, который уже до этого был на проекте, и все знают темы. Понимаете, да? То есть он прохаванный, он знает, какие темы поднять, как сделать так, чтобы его обсуждали. И бабы цепляются за это. А потом начинает казаться, что они влюбились там. Но это все иллюзия. А когда они выходят, их жизнь бьет. Потому что получается, что у них там, например, дети, плюс ко всему еще они оказываются не нужны своим мужчинам, и плюс уже отвыкли как бы от общества. И думали, что раз они на доме 2, то они звезды. Понимаете, да, те, кто находится на доме 2, мужики, они выходят и думают, что их с руками и ногами везде заберут, а работать они не привыкли. Я понимаю, там бабы в соцсетях, это одно. Но когда мужчина рассчитывает на соцсети, для меня это смешно просто. И поэтому они возвращаются обратно на проект. Блять, ты сейчас меня, я сейчас обольюсь. Ну вот, поэтому так. Иди спроси, он 700 рублей. Сынок, ты че у меня расстроенный какой? 700? Да. Это больше 500? Больше, да. Так нет, от того, что ты сидишь, ты же не будешь сидеть всю жизнь, а выйти-то все равно нужно. И нужно же зарабатывать, нет? Вы как считаете? Я не вернусь, потому что у меня мама дома, собаки. Мне нужно зарабатывать. Вы что думаете, я на проектную зарплату 100 тысяч проживу? Вы что, шутите? У меня квартира только стоит съемная 70. Да и потом, я же не буду ничего обсуждать там. Я же ничего там не обсужу. Я же не буду сидеть и обсуждать. Ну, неужели вы думаете, что я позволю налогам меня обсуждать в каком-то контексте там девочки, которая там первый день родилась. Да мне насрать. Я скажу всегда то, что я думаю. И я не собираюсь слушать мнение каких-то девочек, которые вообще ничего не добились жизни, у которых даже образования по сути нет. Меня да не нет. Слушай, вот Кристина все знает. И образование да. Не добилась, понимаете? То есть я уже уходит даже, а ты чуть здесь, Сережа. И строить там с кем-то отношения просто потому, что мне задержаться нужно, такого тоже не будет. Это смешно. Это просто смешно. Даю.
Я хочу достойного мужчину, я хочу семью, я хочу детей. Я устала от всей клоунады. Просто она у меня вот здесь. Вот эта клоунада. Я хочу нормальную семью, детей, отдыхать с мужем, спать со своим любимым мужчиной, никого не искать. Вот. Мне это важно. Мне же не 21. Я туда пришла в 25, когда я разошлась с мужем. И это был мой этап, и я была этому счастлива. И я благодарна безумно этому месту, но возвращаться туда, когда тебе за 30, это смешно. Это мое мнение. То есть возвращаться, чтобы что? Войти, ну, в одну реку дважды я не войду. Если бы мне нужно, если бы я на проекте выстроила отношения, например, там, со штрихом, и ушла бы за проект, у нас были бы проблемы. И, может быть, мы бы вернулись, чтобы там это выяснить, поскольку мы там начинали строить отношения. А так? Ну, нет, конечно. То есть тогда мне было 25-26, и мне это было интересно. А сейчас нет. Сейчас... Пусть выпил. Это крутой этап. Это был крутой этап, наикрутейший. Но тогда, извините, это все было по-другому. Там был жесткий состав. Там реально люди, знаю, жили этим. А сейчас, ну, сейчас-то не так. Там люди просто, знаю, все другое стало. Пойдем. А Либерж вернулась, потому что... А как мне выйти? Что у меня? У меня ничего, вот я вот. Выпустите меня. А Либерж туда вернулась, потому что я думаю, что у нее гештальт не закрытый был. В плане даже... Да, я вот просто в баре сидела. Вот, Либерж вернулся, у нее не закрытый гештальт был просто на проекте. Понимаете, да? В том числе с Ваней Барзиковым. В смысле, я хожу в гости, это то же самое, что ты уходишь из родительского дома, но ты приезжаешь туда в гости. А вы что думаете? Как бы такого не бывает? Или ты с мужем разводишься, но общаешься как друзья? Это нормально. Я прихожу туда экспертом с удовольствием. Это ностальгия, это дома, в которых я жила, это мой продюсер любимый, съемочная площадка. Там же не только ограничивается все вот площадкой, которую показывают вам. За кадром огромная работа людей, которых ты реально любишь. Знаете, сколько мне предлагали шоу с Игорем снять с моим? Мне предлагал Первый канал 2 миллиона за съемку. Я отказалась просто потому, что для меня важны чувства и моя любовь, ну, к нему на тот момент была. Я отказалась. Я не готова, знаете, я не готова играть. Я хочу жить. Я хочу прожить жизнь. Ну, как бы я не знаю, сколько мне осталось, в принципе, и всем нам. Все так непредсказуемо, и поэтому я хочу просто максимально быть честной перед самой собой. Пятна на шее, не знаю, может, расчесала. У меня такое бывает часто на нервной почве. Я казакара нет, я же только с Турции. Дочь, а мы куда? Любовь, да. А, смотри, что здесь. Ой, сынок фоткает маму. Сынок фоткает маму, ты моя любовь. Да ты же какой, ты у меня. Иди поцелую, иди. Иди, иди. Ну красавец, ну красавец. Ну, а Кристина какая красивая. Что у нас? И главное, настоящая. Нет.
Да знаете, может быть до хера бизнеса, но женщина никогда не будет счастлива, если у нее нет семьи и нет мужа. Это я вам честно говорю, как есть. Все, мы садимся в машину. Сын что-то недоволен. Я думала, ты мне, знаешь, Кристин, и я такая, знаешь, по струнке, сюда подходи. Такая. Да, у меня, к сожалению, умерла бабушка моя. Она же крестная мама. Она всегда говорила, нельзя быть такой доброй для этой жизни. Маш, ты слишком добрая. Ты все, всем все делаешь, все. Говорит, нельзя, ты дура полная. Так жить, это все. Вот, поэтому. Тут ни хрен... Ой, как жарко. Ёпты. Нагреется, да? Она говорит... Манечка, да, Занечка, да. Не переживай, сейчас тепло будет. Сейчас тепло будет, да, так, а то так холодно. Даже не знаю, как быть-то. Да. Собственно говоря. Да я вон выложила пост, вы даже не отметили. Совести у вас нет, ребят. Крис. О, кстати, Крис заказала пудру, вот это офигенская. Мне очень понравилось. Что тебе? Ладно, мам, давай попойки дальше включай. Не, давай, знаешь, попойки. Ты слышишь, да? Такое дело мы. А вот эта песня тебе тоже нравится. А там нельзя, они сейчас заблокируют эфир же сразу. Я всегда пускаю играть эфир. А давай там, где прошла, ты только тихо включи. Сын, спой, давай. Сейчас там, где прошла. Не надо. Не хочет. А ты не хочешь? Нет. А ты что такое деловой-то, сын? А много пил, ты слышишь? Я уже много очень пила. Ты слышишь, достаточно. Так, давайте на Кристину посмотрим. На прекрасное можно смотреть вечно. Сейчас. Протирает точочки свои. О, ну все, писи королева. Ну, Кристина, поехали. Пристегивайся, подарочки. Екатеринбург. Сейчас, подождите. Сейчас, ребят, мне нужно пристегнуть. Сейчас эфир прервется, чтобы вы знали. А где мы же? В Подмосковье. Ой, мы в Подмосковье. Кристина, мы в Подмосковье. Я не знаю, как там так быстро оказалось. Сейчас, говорю, эфир прервется, мы в Подмосковье. Кристина такая... В Самаре. В Самаре. Мой брат работает роскошным мужчиной для своей жены. Как бы. Нет, не надо. Видеть. Сын, у нас эфир. Ты понимаешь? Понимаешь, да? А еще у тебя реснички, ничего страшного. Но там фильтр. У тебя тоже реснички. Кристин, все ругаются, что ты филонишь, а в эфир не выходишь давно. Почему? Меня ругали, да, мне же писали. Ну, у тебя совести нет. Она думает, что все, она главная в этой жизни, нет, как бы все. Она, и все, и думает, что все, можно не выходить. Я не главная. Брат, я надеюсь, что он придет сегодня домой. В смысле? Конечно. В смысле? Кристин. У меня спит дома. Вариантов нет. Уходит на работу, поработает и домой бежит сразу. Кристин. Нет, а вот такой тупой вопрос, а где брат, блядь, с нами в машине будет ездить? Вот мужики, которые с вами ездят в машине, вот поэтому они у вас денег, блядь, не зарабатывают. Мужик должен быть на работе в нем. Все понятно, а тут мужчина уходит у нас во сколько, в 7, да? А если хвостом он за вами ходит, то понятно, деньги или вы зарабатываете, или никто. Кто? Сереж, ты все понял, да? Ты будешь уходить на работу в 7 утра и, да, и до звонка? От звонка до звонка? Нет. Ты слышишь? Как нет? Как нет, сын? Ну, а как ты планируешь, просто скажи? Не работать? Нет. Работать.
Ну а как? То есть не будешь маме 7 утра? Маме подарки дарить надо, да? Маме подал, все, пошла работа. Как? Нет, у тебя и так уже чуть-чуть говно. Че? Чего? А какие мам подарки любят? Какие мам подарки любят? Золото, кольца, бриллианты. Золото, кольца с бриллиантами. Правильно. Вы слышали? Откуда он знает, Кристин? Маша, знаете, что я кристаллы сплю? Чего, сын? Кристаллы выращиваю. Кристаллы? Какие? С папой его кристаллы выращиваю. Ой, ребят, что-то я там, я отстала от жизни, по-моему, нет? Это первый опыт мой. Второй опыт. Вулкан. Третий опыт. Огненный дракон. Ты что, все прям в порядку? После вот этого мне уже сразу 5 наборов купили. У нас Кристина, да, вот она у нас так же. Она реально любит, да, красиво, что все было. Вот. Вчера бабушке рассказывал, моей бабушке рассказывал. Ага. Че? Мы приходим с работы, приходим, и он говорит, всем рассказал, что маму любит дорогие вещи. Ну, что все были в курсе уже сразу. Я не знаю, почему. Я вот Алиэкспресс очень люблю. Почему сразу дорогие? Не все дорогие. Кристин, давай не будем врать. У тебя одно платье из 1000 с Алиэкспресс. Знаешь, такое затесалось. Меня люблю больше маечки и шортики. Чтоб комфортно было бегать. С тренировки на тренировку сына. Угу. Понятно, конечно. Не платье. Вот у меня юбка, шорты всегда. Универсальная моя любимая вещь. Конечно. Поехали. Скажи, как красиво. А, подождите, я вам покажу, как красиво. Смотри, лес. Ой, а, кстати, очень красиво, Зай. Ну, камеру тут протрите, а там... Я не могу, тут проблем. А, вот. Очень классно, я прям люблю здесь ездить. Весь красивый и летом, и зимой, и осенью, и весной. Всегда, да? Хай, Зай! Не твой тренер, не твой. Нет, это сыночка, это нет, это мой друг. А Антон с тенниса. Не с тенниса. Блин, у меня что-то зависает эфир. Все, ребят, мы попозже выйдем. Зависает эфир. Ну,